Идея провести этот конкурс принадлежит общественному совету при Десногорском отделе полиции. Проводится он в школах города уже второй год. Конкурс мы сразу определили среди учащихся начальной школы, среди данного возраста детей. Мы в положении определили, что можно сделать творческие работы любого формата. На конкурс школьники представили более 100 работ, среди которых были и 4 сочинения. Я на конкурсе с полицией написал сочинение. Мне очень нравятся люди, которые работают в полиции. Я на конкурс полиции нарисовала рисунок, где полицейский следит за дорожным движением. Лучшие работы были отобраны и стали украшением отдела на праздник. Несколько таких работ ушли в Москву, и их показывали, кстати, в прошлом году на празднике для ветеранов у нас в ОВД музее. До сих пор эти работы хранятся там. Всех победителей и участников конкурса наградили почетными грамотами и памятными подарками.